Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, вернется ли загаданный вами человек. Для того, чтобы информация шла конкретно у вас, у вашей паре, не забудьте прописать имена, знаки зодиака в комментариях. Если вы не хотите указывать эту информацию, можете указать цвет ваших глаз. Но важно, да, поставить сердечечко, поставить лайк этому видео для того, чтобы запустить этот энергообмен со Вселенной и получить информацию относительно конкретно вашей ситуации. Давайте смотреть, вернется ли тот, о котором ты думаешь сейчас, о ком информацию сейчас ты прописываешь в комментариях, кто важен, кто нужен, кто необходим тебе, что скажет вам Вселенная здесь и сейчас. Вселенная хочет сказать, что душа этого человека тянется к вам, и Вселенная хочет сказать о том, что он меняется сейчас, что он совсем другой, он не такой, как был раньше. Идет перерождение его, его внутреннего состояния, его внутреннего ощущения. Сейчас он находится действительно в моменте трансформации, поэтому, возможно, затих, возможно, сейчас у вас нет общения, возможно, сейчас нет коммуникации. Возможно, вы сейчас вообще его не узнаете и говорите, что я не знаю, кто это такой на самом деле, потому что он изменился. Этот человек может измениться не только внутренне, но также и внешне. Человек меняется. У него происходит определенный период перерождения. Возможно, меняет свои планы, возможно, меняет окружение и работу, и взгляды на жизнь. У него сейчас очень важный и серьезный, ответственный период жизни. Причем все события происходят резко, быстро, как ветер врывается, да, в открытое окно и может снести все буквально со стола. Да, если есть бумаги, либо же что-то, что лежит на столе, может все улететь. Так и в жизни у мужчины меняется все настолько быстро, настолько резко, что он даже сам не успевает как-то, знаете, адаптироваться под это свое новое состояние. Ну что же, мужчина говорит о том, что мне Вселенная дала знак. Здесь Вселенная, кто верит в Бога, это не имеет никакого значения. Но здесь он получил знак. И этот знак является действительно судьбоносным в ваших отношениях, действительно решительным, да? Что же это за знак? Возможно, это точка, возможно, это окончание отношений, возможно, он получил знак об этом, либо же наоборот, здесь идет информация, что только после того, как он изменится, что-то возможно. Давайте смотреть, давайте раскрывать этот вопрос. Если вам интересно его раскрыть, да, если вы хотите больше узнать, то ставьте стикеры, не забывайте ставить лайки этому видео, конечно же, чтобы я видела вашу активность и понимала, да, в каком направлении с потока мы будем с вами раскрывать информацию, потому что, естественно, да, тема есть, но есть и поток, который мне дает огромное количество информации, поэтому вы решаете, да, вы выбираете, в каком аспекте мы будем двигаться дальше. Хочу видеть ваши стикеры, хочу видеть вашу активность, если вы хотите знать, что же это за знак дала ему Вселенная относительно вас. Причем этот знак повлиял относительно, да, того вопроса, вернется ли он. И именно после этого знака, который он увидел, он принял окончательное, девочки, решение. Он принял окончательное решение. Интересно, вижу вам, вижу ваши сердечечки, благодарю вас за вашу обратную связь, за ваши лайки, за ваши донаты. Отдельная благодарность. На эти деньги я приобретаю новые карты, свечи. Все, что вы мне даете, вернется вам в 1000 раз больше. Как меня поблагодарить? Ссылочка в первом комментарии. Вернется ли он? Вернется ли он? Давайте смотрите, какой знак дала ему Вселенная относительно вас. Давайте смотреть. Это очень мудрый был совет, вы знаете как. И мужчина действительно задумался после того, как он увидел. Этот знак отображается в виде совета. Здесь может быть совет знакомого, совет человека, который прошел очень много серьезных и важных жизненных событий. Совет человека, у которого за спиной очень много опыта. И этот человек действительно дал совет, да, вашему мужчине относительно вопроса, возвращаться ли к вам. Так, выскакивает карта. Давайте смотреть, что же он ему сказал. Благодарю, Оксаночка, вас за подарок.
Знаете, как этот человек сказал? А как ты чувствуешь? Не нужно мне доказательств в реальном мире, что возможно, что невозможно, что реально, что нереально. А что говорит тебе душа? Думаешь ли ты о ней, когда смотришь на ночное небо? А чувствуешь ли ты ее? А здесь я вижу, что у человека действительно есть очень сильная связь с Луной, с лунными циклами. Здесь может его прям накрывать в определенные лунные циклы. У кого человек выпивает, у него могут быть прям состояния запоев в такие моменты. Девочки, освещение общее. Вижу все, поэтому озвучиваю всю информацию. Кому откликается, слышите, кому нет, пропускаем дальше, слушаем дальше. Но есть тут такой вот аспект, и я его вижу. И он говорит: а ты посмотри на свое состояние, это вообще жизни. Жизнь видишь без нее? Знаете как? И поставил три точки. И просто дал вашему загаданному человеку ответить себе честно, ответить себе искренне, ответить не на публику, а действительно ответить душой. И не обязательно, чтобы этот ответ прозвучал вслух, потому что на самом деле это был риторический, глубокий такой вот вопрос, который заставил вашего мужчину действительно услышать свою душу. Действительно услышать свою душу. Ну что же он ответил на этот вопрос сам себе? Что же он ответил? Давайте смотреть. А он говорит, что я не могу без нее. Он говорит, что между нами есть мистика, между нами есть какая-то магия, которая меня тянет к ней постоянно. И я понимаю, что я будто бы раздваиваюсь без нее. Я не я без нее, моя душа тянется к ней. И да, конечно же, эта луна зовет меня, она меня тянет. И глядя на нее, я вспоминаю о своей любимой. И я понимаю, что такой связи, как есть у нас, у меня не было никогда и ни с кем. Я понимаю, что я не могу объяснить это разумом, но действительно этот мудрый, умный человек, который дал ему совет, спросил его душу и помог вашему мужчине действительно услышать свою душу. Потому что часто мы в жизни переключаемся на определенные бытовые проблемы, дела, заботы и забываем, не слышим, либо же глушим нашу душу. Этот человек раскрыл душу вашего мужчины, и действительно, душа-то ему давно кричала, что между вами есть эта уникальная, волшебная, другая связь, которой у него никогда не было ни с кем другим. Еще что сказала душа его о вас? А душа ему сказала, что вы есть пара, что вы есть единая. Посмотрите, переплетаются два дерева в единое целое. Вы действительно созданы друг для друга, и ваши души тянутся друг к другу. Вы это прекрасно понимаете. И здесь мужчина действительно осознал, услышал свою душу. Здесь есть очень глубинная связь, корни, родство. Ему озвучил этот мудрый человек слова о том, что бабочки, которые летают при одной мысли, они возникают только единожды. И у тебя никогда не было и не будет повторного состояния. А если эти бабочки? И он ответил: да, они есть. Я их чувствую, я их ощущаю. Возможно, даже не понимаю, как это работает и где они берутся. Но это есть. Да, действительно, когда я думаю о ней, моя душа будто светится этим ярким светом, этим лазурным цветом, который является цветом нашей пары. Это аура, это энергия нашей пары, лазурно-фиолетовая. Вы знаете, вы слышите это. Очень многие видят цвета ауры, очень многим действительно попадаются подобные цвета, либо же на фото, на видео, где вы вместе. Вы можете видеть какие-то блики, да, которые невозможно объяснить, откуда они взялись и как это работает. Но я вам сразу скажу, я вижу это, что это является цветом ауры вашей пары. Для вас это определенный знак, для вас это определенная подсказка. Но вы однозначно видите этот цвет, когда будете слышать информацию об этом. Что же он чувствует к вам? Что же он чувствует к вам? И, конечно, мы посмотрим, вернется ли он. Но давайте посмотрим вначале его действительно настоящее искреннее чувство к вам в данную минуту. Здесь и сейчас. Что он хочет сказать? Он говорит, что я болен тобой, я не могу без тебя, мне сложно без тебя. И я нахожусь в своем мире, а мой мир черно-белый.
а я другой, я иной. Здесь мужчина показывает себя абсолютно в некомфортной обстановке, где он находится сейчас, будто бы его там не слышат, будто бы его там не видят, будто бы его там либо же игнорируют, либо же он абсолютно не похож на окружение, в котором находится сейчас. А что у вас? А с тобой я хочу танцевать. А с тобой моя душа просто взлетает. Я только представляю тебя, и мне уже становится легче. Я будто бы соединяюсь с тобой в одно целое, в одно единое. И потанцуй со мной. Говорит мне такие слова, либо же действительно вы с ним танцевали, либо же это танец ваших душ, когда вы думаете, когда вы представляете, когда вы визуализируете, когда вы ментально соединены, да, а именно сейчас так и есть, да, ваши души вместе, ваши души радуются, ваши души ликуют, потому что вы соединяетесь ментально, и вы можете на себе чувствовать вот эти вот энергии возвышенного состояния, да, как я и говорю, бабочки как будто бы летают, либо же состояние, когда ты танцуешь, да, между небом и землей. Вот это то, что он чувствует, когда думает о вас. Вернется ли он? Этот знак, который вы получите, этот знак, который даст вам знать о многом, это черный ворон, которого вы увидите, либо же вот сейчас увидели в своей жизни, потому как во Вселенной нет, вчера, сегодня, завтра. И этот знак будет вам ответом на вопрос, вернется он или нет. Кто уже видел этого черного ворона? Кто, возможно, видит, что в вашем окружении находится какая-то птица, которая постоянно, постоянно, постоянно попадается вам на глаза? Не забудьте поставить лайк, написать в комментариях. Да, вижу, я знаю, о чем идет речь. Это будет ваше подтверждение, ваша связь со Вселенной, о том, что информация действительно передается о вашей паре, что информация действительно говорит вам то, что есть на самом деле. Когда вы даете обратную связь, ставите сердечки, отправляете стикеры, да, вы поддерживаете эту тонкую ниточку связи Вселенной и вас, Вселенная и вас, и тогда информация однозначно будет передаваться о вас и вашей паре. Ну что же, сейчас очень серьезный момент, когда вы узнаете ответ на вопрос, вернется он или нет. Посмотрите на эти карты, пропишите ваши имена и дайте обратную связь Вселенной в виде стикера, в виде подарков, в виде сердечечка, в виде лайка. Прокоммуницируйте со Вселенной для того, чтобы ответ был только для вас. Дам вам несколько секунд. Готовы? Взлетаем. Вернется, вернется ли он к вам? Вернется ли он к вам? Четкий, ясный ответ Вселенной. Вернется ли он к вам? Посмотрите, как бабочка летает там, где свечечка. Ты увидишь его. Ты увидишь его своими глазами. Говорит Вселенная. Увидишь. Вернется ли он к вам? Да, солнце, ясный цвет. Ты видишь солнце. Боже мой, как я счастлива за вас, девчонки. Честно, так переживаю всегда. Для меня каждое освещение вот как личное, потому что вы мне настолько дороги, вы мне настолько близки, и я желаю только всего самого лучшего, самого светлого вам. И здесь ты увидишь солнце. Однозначно да. Однозначно вернется. Солнце — это ясность, это понятность, да, это разговор, это коммуникация, это встреча. Поэтому здесь я могу вам точно сказать, что он вернется к вам. А с какими энергиями, как он вернется к вам, с каким разговором? Давайте рассмотрим этот аспект. Интересно вам узнать, мои дорогие, как это все будет, как это все произойдет между вами. Пусть Вселенная больше раскроет нам информацию относительно этого вопроса. Как это все произойдет между вами? Давайте смотреть. Как это будет все? Слушайте, это будет, возможно, ну, тогда, когда, не знаю, кукуруза идет. Возможно, когда кукуруза поспеет, початки кукурузы, либо же где-то в моменте, где вы будете находиться, будет много кукурузы, попкорн. Возможно, это будет магазин, возможно, это будет поле, возможно, это будет время года, да, когда дозревает кукуруза. Действительно, девочки, здесь будет время сбора урожая, определенного сбора урожая. Как он вернется? Могу сказать, что вы получите все от этой встречи, даже больше, чем вы ожидали. То есть ваши ожидания даже не будут настолько
воплощены в реальность, как вы думаете, а будет еще больше, а будет еще лучше, девочки. То есть, возможно, вы хотите, чтобы он хоть как-то там разблокировал, написал, а тут сразу звонок по видеосвязи, да, опа, ничего себе, получается, что да, ожидания оправдались, плюс еще экстра намного больше, чем вы думали. Это я вам для примера, да, даю знать, а возможно и не для примера, каждый слышит свое, но тем не менее, хочу, чтобы вы понимали, да, конкретно вот о чем говорит Вселенная, как он вернется, как он вернется. Здесь не будет, знаете как, неуверенности с его стороны, здесь не будет. Здесь будет четкое, ясное намерение, ясное высказывание. Не будет вот это вот, знаете, как маленький ребеночек стоять, мяться с ноги на ногу, не понимать, как построить предложение, не знать, как сказать, не знать, как признаться. Такого здесь не будет. Здесь будет, знаете, поточище буквально информации. Мужчина будет очень ясен в своих высказываниях, очень ясен в своих определенных, да, словах, либо же объяснениях, которые он будет давать вам. То есть здесь вопросов, девочки, у вас не останется однозначно. Будет все понятно, будет все четко, будет все ясно. О чем он будет говорить? Интересно вам узнать? О чем он будет говорить? Вообще, как будет происходить ваша встреча? Мне кажется, вообще нужно снять отдельное освещение на тему, как вы встретитесь. Кстати, девчонки, если вам интересно, хотите, поставьте мне стикер и напишите в комментариях. Интересно, важно, да, раскрыть вот такую вот тему, как пройдет ваша встреча, если для вас эта тема актуальна. Я понимаю, что с потока она летит, сейчас огромный поток, но если мы будем сейчас начинать рассматривать этот вопрос, можем немножко заглянуть, хотите немножечко так, потому что я просто понимаю, что это будет двухчасовое освещение, как пройдет ваша встреча. Будет дождь, либо же осадки в этот день. Да, погода поменяется, однозначно будет дождь, либо же осадки, либо же туман, как будет ваша встреча. Обожаю эту карту, насколько она глубокая, настолько она и необъятная. Мужчина будет вас добиваться. Мужчина будет, знаете как, демонстрировать определенное, знаете как, ну не хвастаться, давайте так, но ему будет о чем рассказать, что могло бы как-то воздействовать на вас относительно того, чтобы вы обратили на него внимание и относительно того, чтобы он смог вас завоевать, девочки, завоевывать вас будет прямо конкретно. Еще. Видите, как вы для него одна единственная цель. И он говорит, что я вот все время свои энергии, все деньги, все эмоции, все силы, всю жизнь свою готов посвятить тому, чтобы добиться тебя. Представляете, насколько глубокая информация? Здесь он говорит, что ты являешься центром моей вселенной. И если не ты, то никто другой. Здесь он не рассматривает никаких вариантов относительно там, других женщин, относительно там, других отношений. Нет, он говорит, что ты и только ты. Ты одна мне нужна, понимаете? Вот идут такие вот слова. Я буду добиваться тебя, чего бы мне это ни стоило. Ну вы представляете, слушайте, девчонки, если вы ждете своего товарища, вот прямо сейчас не забудьте, да, поставить стикер, поставить сердечко и в комментариях прямо пропишите. Жду тебя, приди, проявись, заявите Вселенная себе, да, естественно, когда вы даете разрешение, то это воплощается в вашу жизнь, это воплощается в вашу реальность. Так работает закон взаимодействия. Это я не для себя вам говорю, чтобы вы поставили лайк и стикер, это вы для себя любимой делаете, для того, чтобы в вашей жизни действительно пришли эти изменения, да, кто реагирует, кто дает обратную связь, у того в жизни меняются. Кто все просто просидел, пролистал, пошел дальше, ну, тогда и информация также пошла дальше. Поэтому я вас, безусловно, люблю и хочу, чтобы каждая и каждый был счастлив, любим, богат. И поэтому даю вам такие вот бесплатные, девочки, советы. Кстати, кто еще не подписан на телеграм-канал, срочно подписывайтесь. Прямо сейчас на паузу нажмите и переходите. Там у меня сейчас бесплатный марафон мега крутой проходит. Очень много полезной, нужной, важной информации. Узнаете обо мне, больше узнаете. Познакомимся мы там ближе намного с вами 24/7. Информационно мега круто наполненный канал. Жду вас там. Еще мужчина, расскажи.
Он говорит, между нами какая-то есть связь, которая не разорвана, понимаете, девочки? Даже если вы сейчас не общаетесь, не коммуницируете, вообще между вами будто бы сейчас ничего нет, но связь ваша не разорвана, понимаете как? Вот вы все равно переплетаетесь. Вот этот вот знак, знаете, бесконечности. Он мне показывает этот знак бесконечности. То есть это не конец однозначно. Однозначно еще идет развитие отношений. Однозначно вот кто вот обращается с вопросом, но он появится, проявится, будет ли развитие отношений не дальше. А знаете, что он мне сделал? Залил мне, взял карты. Прямо вот в прямом эфире, девочки. Залил мне карты. Уж так хочет встречи, девочки, с вами. Течет прям в прямом эфире. Посмотрите, что делается, а? Ну что, будешь мне теперь карты новые покупать, красавчик? Ой, ну это только у меня такое происходит. Мужчина так хочет к вам, девочки, аж течет. Аж течет. Ну вот как есть, так есть, дорогие мои. Посмотрите, что творится. Что творится, понимаете? У него уже тут не терпится в определенных местах. Сами думаете, каких. Ну, потек, девочки, так потек, понимаете как? Весь просто. Говорит, все, не могу. Залил карты. Так он хочет к вам. Вот так ему, понимаете, как загорелось. Прямо в момент освещения очень многие мужчина прям проявится во время просмотра этого освещения. Потому что здесь текут не только слюни у него и все, что только может. Поэтому очень многим действительно будет весточка от мужчин прям в момент просмотра. Ну давай уже, говори, любимый, что хочешь передать. Давайте тогда послание уже посмотрим от него. В принципе, и так все понятно, да? Вот, а послание, вот что хочет сказать, передать, это все-таки важно. Девчонки, хотите послание? Если хотите, я хочу видеть ваши стикеры, хочу ваши сердечки видеть, хочу видеть вашу активность. Уж поддержите вашего потекшего товарища, который тут мне залил всю студию, понимаете, своими желаниями страстными о вас. Хочу видеть вашу активность, тогда просмотрим, что же он хочет вам передать, что он хочет озвучить, что он хочет, возможно, раскрыть, возможно, в чем-то хочет вам признаться, девочки. Будем раскрывать этот аспект по полной. Раз уж так, 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 да? Ну что ж, давайте смотреть послание. Послание. Девочки, отражение, отражение. Очень многое вы хотите ему сказать, очень многое вы хотите ему озвучить, и для него здесь важно получить послание от вас. Представляете, как я говорю ему послание вам, а он говорит, а я хочу получить послание от тебя, я хочу знать, что я действительно тебе нужен, я хочу знать, что я действительно тебе важен, я хочу знать, что действительно ты ждешь меня, я хочу знать, что действительно мне стоит делать этот шаг. Девочки, знаете как? Чтобы ему ответить, чтобы он этот шаг сделал, пропишите ему в комментариях, отправьте ему информацию прямо сейчас в потоке. Напишите, да, жду тебя, приходи, проявись, появись. Он ждет здесь от вас ответа, понимаете как? Возможно, вы можете сказать, да я его жду, да что ему тяжело прийти. Это не те энергии, девочки. А здесь нужно именно так... с любовью. Если вы действительно его любите, если вы действительно хотите развития отношений, здесь он говорит, что я жду от тебя будто бы этой весточки, я будто бы жду от тебя хоть какого-то знака, чтобы ты дала мне, потому что он здесь знаки вам демонстрирует уже дальше некуда, да, здесь уже всем все понятно, здесь всем видно, девочки, я вам уже показала, рассказала, уже карты залил, сейчас будем потом их приводить в порядок, понимаете, все вот посмотрите, вот, вот, вот что, что сделал, то сделал, девочки, вот понимаете как, он мне теперь говорит, что он ждет от вас послание, типа я тебе знак дал, дал он вам, девочки, знак, через мою студию, через знаки Вселенной, уже тут невозможно это не заметить, а теперь жду от тебя знак, жду от тебя ответ, понимаете как? Ну окей, давай дальше, что будешь озвучивать моей богине, что хочешь сказать, какое послание передать? Ну он говорит, что вот после вашего этого действия вы действительно увидите действие от него, да. Здесь идет карта действий, здесь идет именно карта визуального, да, контакта действий. То есть это не будет просто чисто ментал, да, где-то там за облаками, да, вы там его увидите. Нет, нет, нет. Здесь прямо увидите появление, проявление мужчины в реальном времени. Так, это мне уже нравится. Еще что хочешь сказать, еще что хочешь передать моей богине. Давай посмотрим,
Но он говорит, я тебя не отпустил, я тебя не оставлю. Он же говорит, тут охотник какой-то пришел. А ему еще, знаете, нравятся такие вот аспекты в отношениях, когда есть похолодание, когда нет общения, когда нет коммуникации. Это, знаете, как тетива. Оттягивается у лука, да? И перед выстрелом, да, нужно ее хорошенько оттянуть, тогда стрела летит прямо в цель. Вот здесь идет информация о том, что ему вот такие вот отношения качели даже нравятся. И это еще его больше, девочки, как-то заводит. Это еще больше, вот ему нравится добиваться, понимаете как? Этому мужчине нравятся конкретно определенные отношения, когда не просто вот все ты тебя там и на соломку постелила, борща наварила, приди уже, поешь, попей, все у тебя тут классно. Нет, ему нравится, чтобы вот какая-то была, знаете, такая вот изюминка, какая-то такая была живинка, какой-то было такой вот момент близко, далеко, горячо, холодно. Здесь вот это ему интересно, здесь вот это ему важно, вот это вот его как-то, знаете, разжигает в нем определенные энергии самца, определенные энергии охотника. Ну, вот так вот говорит еще. Что скажешь моей богине? А отпустите. Знаете как? А вот вы отпустите его. Вот я понимаю, что это невозможно отпустить, да, выключить эту ментальную связь, но вы можете переключиться на определенный момент. И сходите в гости, и сходите на шопинг, примите душ, возможно, посмотрите какой-то фильм, либо же сядьте. Сделайте там, кто любит вязать, вышивать, кто любит на природе, например, либо же поехать куда-то, если есть такая возможность, переключите энергии. И вот эта девочка, он прочувствует сразу, что будто бы потерял вот эту вот ниточку вашу, да, этот энергетический канатище, которым вы его питаете постоянно, когда думаете о нем. И он сразу же, знаете, заметушится. Как это так? Что такое? Он прочувствует, девочки, что вот эта связь будто бы теряется, будто бы разорвана. И это и поспособствует вот этому вот шагу на возвращение его в вашу жизнь, на появление, на проявление. Такую вот информацию просто мега крутую вам даю. Не забудьте поблагодарить, написать в комментариях. Принимаю, благодарю, ведь это же такой важный совет. Возможно, вы действительно задавались этим вопросом Вселенной и спрашивали, да что мне уже делать, я уже не знаю, как мне себя с ним вести, как мне лучше себя не вести. Вот вам Вселенная прямо с потока и эту информацию, да, озвучила. Поэтому, конечно же, пользуйтесь информацией и не забывайте благодарить Вселенную в виде стикеров, в виде подарков, в виде финансовой поддержки. Это, девочки, вы делаете для себя любимой. Вселенная вам вернет в 1000 раз больше. А какие важные советы она вам дает? Это же просто мега-космос, да? Вот в послании вам и раскрылись такие аспекты, когда мужчине нужна эта загадка, понимаете? Ему нужны вот эти тайны. Но ему это нравится, ему неинтересно, когда вот все просто, обычно, привет, блины будешь, сходи, тебе там сахарком потрусить. Ну, как-то приел. Понимаете, вот именно идет информация с потока, что ему приедается обыденность. Вот здесь мужчина, который не любит одно и то же и компот. Да, да, еще. Но уникальность. Но вы можете дать ему эту уникальность, девочки, потому что вы сами уникальные. Вы даже, возможно, и слушаете сейчас, говорите, какой тебе компот, какие тебе блины, ты чего тут, тут белины объелся? Ничего тебе такого не будет. У меня вообще в жизни все иначе происходит. Я там, возможно, вообще ем только живые продукты, и мясо не ем, и какие там блины, ты чего? Пойдем там с тобой яблочко погрызем, да, свеженькое, и так далее. То есть я вижу, что вы и есть такая уникальная. Поэтому, собственно, да, он хочет к вам вернуться, потому что он видит эту уникальность вас, он видит эту особенность вас, что, ну, здесь не будет этого вот, да, знаете, как рутины, рутины с вами не будет, он знает это, но еще, знаете, и вас тут как-то подзадумывает, ну, конечно, чтобы вы захотели к нему, чтобы вы желали, чтобы вы мечтали, то есть... Так интересно, вам дает Вселенная совет как-то переключиться энергией, чтобы он притянулся, а он говорит о том, что когда я вот чувствую какой-то перегиб, да, overdose между нашими, да, ну, отношениями, коммуникациями, я как-то пропадаю. Я пропадаю, потому что нужна ему вот такая вот ниточка, знаете, экстрима. Но, тем не менее, вы вместе. Но, тем не менее, не думайте, знаете, как девочки здесь Вселенная говорит, не думайте, что он переключается там на кого-то другого, не думайте, что он там уходит кому-то другому, не думайте, что он вас забыл. Нет, ну вот человеку, понимаете, в отношениях важно вот так, вот, знаете, как барабаном по голове резко
бах и пропал, резко бах и появился. Ну вот такой вот тут товарищ, поэтому не удивляйтесь, для вас это будет, возможно, очередным подтверждением его событий. Да, действительно вижу, что все как будто бы, знаете, в вашей голове расставила я все по полочкам, теперь вам даже понятнее как-то его поведение и его поступки, почему он так делает, потому что очень много информации в голове, которую вы не можете себе объяснить, да, очень много интересных таких вот событий между вами, которые происходят, вроде бы все окей, потом раз, нету, потом заблокировал, потом разблокировал, я скучаю по тебе, потом опять пропал, потом вы ему написали, я скучаю по тебе, он вам ответил, а вы еще не успели прочитать сообщения, он их уже удалил, ну понимаете, вот такие вот на грани, понимаете, на грани, вот это вот, вот прям хочется тебе, блин, так люблю, что придушила бы тебя, вот, вот такие вот отношения здесь, девчонки, узнали, узнали своего красавчика, прям обожаю тебя, же загрызла бы тебя, вот такие вот идут энергии, вот такие вот идут между вами, чувствую же все на себе, поэтому передаю вам с потока. Ну, конечно, девочки, но тем не менее он говорит, ты одна, мне нужна. Поэтому никаких сомнений относительно того, там, где он там с кем-то там, девочки. У него фокус идет только на вас. Вот здесь больше даже нет никого другого, понимаете? Все. Он говорит, что все время расставила по местам, и я понимаю, что кроме тебя мне никто не нужен. Да, я манипулирую этим временем, да, я манипулирую нашими отношениями, определенными вот этими своими фишками. Появился, проявился, люблю, загрызу, обниму, задушу, понимаете? Ну, есть тут такое между вами, есть, есть, есть. Еще что хочешь сказать, передать моей богине? Охотник пришел, понимаете как? Ну, ягуар и орел. Ну, что он может сказать о том, что, девочки, никому он вас не отдаст. Глазищами такими, смотри, куда собралась. Ща я тут тебя своими когтями загребу, никому тебя не отдам. Понимаете? Ну, вот такие вот здесь идут энергии. Ему прямо нравится добиваться, ему прямо нравится охотиться, ему прямо нравится вот как добычу вас свою держать, им никому не отдавать. Но, тем не менее, что-то он тут, знаете... Кстати, когда вы не общаетесь, не коммуницируете, он же следит. Так, девочки? Ну, вы же глаз как у орла, да? Самое лучшее зрение, естественно. Он же вас ни на секунду не отпускает. Он здесь все социальные сети проштурмует, через фейковые аккаунты зайдет, через знакомых, через друзей и друзей. Он будет знать, где вы, каждую секунду. Так что не думайте, когда у вас нет коммуникации, нет общения, он там где-то переключился, ушел там и вообще, знаете, пиши пропало. Да ничего подобного. Там глаз-алмаз на вас смотрит, девочки, со всех сторон, со всех углов. Сразу могу сказать, здесь я же вижу эти энергии. Обалдеть просто. Какой интересный у мужчина сегодня привели ко мне такого просто охотника. Еще. Ну, ты мой мир, понимаете? А почему он смотрит, почему он следит, почему интересуется, почему ему так важно, почему ему так это срочно нужно знать, девочки? Потому что вы есть его мир. Потому что действительно... Вы для него это все, вы для него это вся вселенная. Да, вот такие вот у него есть фишки относительно отношений, относительно видения, да. Ну, нравится ему вот что-то горяченькое, что-то остренькое. Кстати, может любить острые продукты, либо же слишком пересоленное, пересахаренное, либо же вот перец чили, возможно, он со страны, там, где употребляют подобные, да, продукты питания. Здесь есть вот эта вот острота в нем, но тем не менее, я тебе не отдам, ты мой мир. Уже второй раз идет карта дерева, корни, связь, единство и карта мира. То есть вы для него, девочки, на самом деле это и есть весь его мир. Да, он следит, да, он не отпускает, да, он не отдаст, потому что между вами вот эта вот связь, не знаю, буквально по всему позвоночнику, вот всем телом, вы можете, знаете, каждой мышцей, вот такое чувство, как каждым сухожилием, просто чувствуете вот эту вот связь между вами, когда руки выкручивают, ноги выкручивают, когда вы даже не можете представить, что будет с вами, если не будет его в вашей жизни. Вот то же самое происходит с ним, вот он не представляет, что будет с ним, если не будет вас в его жизни. Послание сегодня просто мега-космос, девочки. Вы для него та, которая дает ему стимул жить, развиваться, творить, меняться, изменять себя, изменять свое пространство, изменять свое мировоззрение и открывать свою душу, которую на самом деле он держал закрытой на протяжении очень-очень длительного времени. Вы для него это как период сбора урожая, когда ты получаешь все. Вот он и говорит, что с тобой
Я получаю все. И эмоции, и впечатления, и энергию, и силы. Ты для меня как, да, сезон, когда, возможно, вы с ним познакомились в сентябре, когда собирают урожай. Вот ты для меня и есть та, которая есть все. Ты для меня та, в которой есть все. Только подумайте, только представьте, только переживите эти слова, да, через свою душу. Это очень глубокая информация. Я всегда говорю, что мои освещения нужно переслушивать как минимум 3 раза, потому что информации очень много, и изначально вы не сможете все переслушать. Изначально вы не сможете все прослушать. Поэтому жду вас на личное освещение. Кто запутался, кто не знает, что дальше между вами. А также я провожу шикарную практику очищения чакр, которая вам поможет прийти в себя, в баланс. Очищая причем все чакры сразу же и на личную жизнь, и на здоровье, и на финансы. У кого какие проблемы конкретно есть в этих, да, областях, срочно обращайтесь ко мне. Вся информация обо мне, о практиках, находится в первом закрепленном комментарии, там, где ссылочка на мой сайт. Там все очень подробно прописано, все узнаете, прочтете. Если будут какие-то вопросы, всегда мне пишите в личку, обращайтесь, я всегда всем отвечаю. За личными освещениями также обязательно помогу подобрать правильно вопрос, адаптировать именно так, чтобы, да, Вселенная ответила на ваш запрос, чтобы вы именно получили ответ на ваш вопрос. Причем экстра всегда у меня информация с потока открывается. Я не беру за это дополнительную цену. Я всегда говорю все, что идет с потока. Мои любимые, отдельная благодарность вам за вашу финансовую поддержку. Собираем на новую свечечку, девочки. Ваш любимый передал вам подарки. Я же вас благодарю за то, что вы досмотрели это освещение до конца. Отправляю вам сердечки и, конечно же, до встречи на моих остальных освещениях.